Телеканал «Видное ТВ» вместе с сообществом «Нежный бизнес» проводил праздничный конкурс «Мой снежный округ». Для участия необходимо было сделать фотографию или видео зимних городских пейзажей и отправить на почту. Победительницей стала видновчанка Анна Гончарова. Для вручения призов мы пригласили ее в редакцию телеканала. Поздравляем тебя и твою маму за то, что вы стали победителями нашего конкурса «Снежный округ». Желаем вам успехов в дальнейшем, если вы будете еще принимать участие в наших новых конкурсах. О конкурсе Анна узнала от классного руководителя своего сына Глеба, учащегося Видновского художественно-технического лицея. Интересная очень была тематика, несложная, но достаточно интересная, поэтому мы решили принять участие и выполнили все условия. Семья Гончаровых очень активная и творческая. Мама с сыном любят фотографировать природу и улицы родного города Видное. Это была фотография нашего любимого места с небольшим рассказом о нем. Почему мы его выбрали и почему мы решили его показать. Это действительно уникальное место рядом с церковью Георгия Победоносца. Это центр, там горит вечный огонь, там невероятная красота, это оформление, украшения. Призы для победителей приготовили спонсоры конкурса. Триумфаторы получили сладкий букет из зефира от кондитера Анастасии Трегубовой и цветы от салона Pink Snot Flowers.